Шинсельга – это старинная карельская деревня в составе Эйсельского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелия. Расположена в северной части территории, где исторически жили кареллы-ливвики. По историческим документам, в 1873 году Мишинсельга значилась как деревня Мишина-Сельга Петрозаводского уезда. В ней проживало 72 человека. Дома в Мишинсельге располагались вокруг маленькой ламбушки, создавая гармоничную композицию деревянной архитектуры и карельской природы. По документам, в 1873 году в деревне Мишинсельга была своя часовня. Сейчас этой часовни, к сожалению, нет. С правой стороны ламбушки есть небольшая поляна, и считается, что именно там стояла часовня. По воспоминаниям местных жителей, это была часовня во имя святых мучеников Флора и Лавра. Она была маленькая, без окон, только дверь и само помещение. В советские времена здание часовни еще стояло, но уже без креста. Там размещался небольшой магазин. Деревня Мишинсельга – еще одно место в Республике Карелия, где сочетается природный ландшафт и русская деревянная архитектура.